Тем временем наше постпредство поздравило военнослужащих из Коми, которые проходят службу в Москве и Московской области с принятием присяги. Традиционно в январе и феврале по поручению главы сотрудники посещают воинские части, где служат наши уроженцы. В этом году их 400. Офицеры воинских частей рассказали о результатах боевой службы новобранцев и отметили их высокую дисциплину. В свою очередь сотрудники постоянного представительства рассказали о направлениях своей работы и возможной помощи при дальнейшем трудоустройстве в родной республике. Кроме того, каждому вручили сладкие подарки, а некоторых даже пригласили стать почетными гостями на торжественном приеме в честь Дня защитника Отечества. Я всех поздравляю, ребят, тех, кто приняли военную присягу. Всем из Коми Республики, ребятам, желаю удачи. Отметим, череда поздравлений с принятием присяги в воинских частях страны началась в декабре и продолжится до 27 января.